В Центральной библиотеке состоялась антикоррупционная игра для старшеклассников и студентов города. Ее цель заключается в привитии подрастающему поколению правовой сознательности. У вас есть варианты предложенные. Выбираем правильные варианты. Антикоррупционная игра – мероприятие ежегодное. Оно проводится в рамках тематической декады и приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией. Старшеклассники городских школ и студенты политехнического колледжа отвечали на теоретические вопросы, смотрели социальные ролики. Таким образом, считают организаторы, подростки готовятся ко взрослой жизни. Чтобы они знали, мы специально подготовили вот видеосюжеты, чтобы они видели, потому что каждый день, ежедневно они с этим вопросом будут сталкиваться. Один из вопросов игры – что сделала Екатерина II, чтобы искоренить коррупцию? Минуту на размышление и запись ответа. Потом ведущий собирает записи. Озвучивает правильный ответ. Екатерина II подняла всем заработную плату, чтобы взятки брать не возникало необходимости. Некоторые вопросы, да, были сложными, на которые мы немного затруднялись ответить. Были такие вопросы, на которые можно было ответить легко. По словам организаторов, ребята, отождествив в детском возрасте взятку со злом, в дальнейшем не станут звеном коррупционной цепи. Совокупность игровых, развлекательных и интеллектуальных форм позволяет эффективнее достигнуть положительного эффекта. Ребята с увлечением выполняли каждое задание игры и показали неплохие знания, а также еще раз убедились в том, что надо жить честно. Коррупция плохо, так как она мешает государству развиваться. Не зря нам показывали несколько видеороликов, которых проявляли и показывалась вся сущность коррупции. Коррупции нет, это интеллектуальное состязание. Команды, набравшие больше баллов, стали победителями.